Не знаю, как у тебя. У меня вот, знаешь, 8-6 недель до старта, mm-hmm. главное, когда ты вот лишнее, в принципе, подобрал, mm-hmm. адаптировался полностью. Нарядный. Когда вот у тебя уже пульс хорошо восстанавливается, роняется вниз. Вот в плане работоспособности, я имею в виду, самое лучшее вот, ну, самочувствие, ощущение. То есть на тренировках молнии из глаз летают, силы еще есть. Ну, конечно. Когда вот ты не подрезаешь все вот уже. То есть ты видишь, у меня такой период обычно долгий такой бывает. Такой свеженький еще всегда, достаточно. Ты знаешь, у меня всегда сезоны были длинные. Я выступал зачастую в диапазоне, там обычно 4 месяцев. Ты вроде тут поел, тут ты вроде сухой, такой подзаряженный. Поэтому, ну, у меня часто эти периоды, которые такой ты вот в этом вот компенсаторном состоянии, сухого, объемного, замотивированного. Поэтому мне нравится длинный сезон сам по себе, конечно, истощает. Все-таки есть момент, что все хорошо в меру.